минутка добра на моем канале. Первый раз я призываю подписчиков оказать помощь ребенку и девочке, которая учится с моей дочерью и с дочерью Артема в одной школе. Мы на самом деле знаем, что это не разводка. Да, мы знаем, что это девочка, она из нашей школы. Она болеет лейкозом. И в настоящий момент учится в втором классе и собирает деньги на лечение. Ну, а мы своими скромными силами, там, кто что смог, перевели уже. Да, девочка болеет, у нее лимфобластный лейкоз, по-моему. И, она в России уже лечилась, пересаживали костный мозг, проводили курс химиотерапии, но неэффективно все это оказалось. У нее, она сначала в ремиссию ушла, но, к сожалению, снова обострение пошло. И российские наши силы уже исчерпаны, и в центре, которые этим всем занимаются, я так понимаю, уже сказали, что мы все сделали все, что могли, и, к сожалению, наши возможности исчерпаны. Вот, поэтому родители нашли клинику за рубежом, по-моему, в Китае, которая занимается каким-то прогрессивным методом лечения данного заболевания. Очень дорогой курс лечения. Семья, естественно, не может себе позволить такие огромные деньги. И вот они сейчас просят помощи у всех, кто может там хотя бы небольшие какие-то деньги перевести на счета. Счета будут внизу в ссылках. Да, в описании. Просим помощи. Вот. Так что предлагаю вам воздержаться лишний раз вечера, не выпить пивка и не сходить в кинотеатр, а перевести деньги по реквизитам, которые мы укажем ниже. Все, всем добра, спасибо за просмотр.